Всего в пострадавших домах зарегистрировано 40 человек, из них 10 детей, 8 из которых школьники. Все эвакуированные в настоящее время находятся у родственников. Практически полностью по улице Крылова 13 пострадали все квартиры, а по улице 14 в целом только второй этаж. На первом этаже 4 квартиры частично были пролиты. Усилиями пожарно-спасательных подразделений, а также добровольной пожарной охраны не допустили распространения огня на общежитие, которое находилось рядом. Привлекались также подразделения соседних районов, Касимовский район, Клепиковский район и также были подразделения Пожлеса. В целом, значит, к 0 часам была создана группировка, которая позволила локализовать и в дальнейшем ликвидировать пожар. В тушении пожара принимали участие 17 пожарных автомобилей, 60 человек личного состава государственной противопожарной службы и 30 человек добровольной пожарной охраны. На место происшествия выезжали зампред областного правительства, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Алексей Тюменев и начальник регионального ГУ МЧС генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов лично взял на контроль это дело и распорядился оказать жильцам сгоревших домов материальную помощь. В свою очередь, сейчас ведется сбор средств и всего необходимого для пострадавших от пожара жильцов. Приветствуется любая помощь.